Авиакомпания БКР отказывается возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы. Журналисты «Атамекен Бизнес» сегодня приняли участие в онлайн-заседании суда по согласованию сторон. Это уже второй иск к перевозчику. На этот раз Комитет по защите прав потребителей при Министерстве торговли требует вернуть деньги за 301 билет на общую сумму 10,5 миллионов тенге. По запросу ведомства в судебных слушаниях участие будут принимать и представители авиационной администрации Казахстана и сервиса «Авиата». До обращения в суд они должны были выполнить необходимые требования. Так как каждый билет – это индивидуальная форма для осуществления возврата, со стороны государственного органа должна была быть запрошена соответствующая информация по правилам применения тарифа. А также хочу, чтобы суд учел то, что ими не досудебный порядок не урегулирован. Специальный тариф здесь быть применен не может, потому что специальный тариф применяется только в тех случаях, если билет возвращен добровольно самим пассажирам. В данном случае пассажиры были готовы лететь, но со стороны перевозчика получается обязательства выполнены не были. Кроме того, БКР подал апелляционную жалобу на решение Турксибского суда города Алматы по первому иску. Напомним, тогда суд обязал компанию вернуть клиентам полную стоимость более чем 1500 билетов на отмененные рейсы на сумму в 54 миллиона тенге.